За оком бежит. Пойдем, я тебе помогу с костюмом. Или да бізге павугарам павуп и түшті бұсын кейс. Тілейлемей, братан, давай. Айда бірі прикол істеймін нормально, но? 24 яшта фанта шартлады бері, бомбышкеді вообще. Это наша группа, да. Сухой лед горячий. Когда мы были молодыми, мы играли на музыкальных инструментах. И поэтому вот в данный момент вы сказали такие профессиональные музыканты, Сергей Викторович. Поэтому не играете. Нет, такие игры не играем, да. Что случилось? Да вот, Фанзилю новый монитор. Это мне. Ставим лично ему. Это мне личный монитор. Я иногда так монитора не хватает. Ники Рексинга. Ты шермели мина хама мичу. Вот так вот делай. Нормально будет. Как устала? Килям да, кит. Ну-ка бери альбом да. Мина, какая рахат на себя? Штель, беги, я тебе земля. Он сыт шермел, за кислотарсом. Так можно было, что ли? Что испытываешь перед концертом? Перед концертом волнение, но вот круто раз мы начали волноваться это утром. Хочется побыстрее выйти и сейчас прям мощно. Берегайни, короче. Я кушать хочу. И это всегда так. Перед концертом. Перед концертом очень веду себя спокойно. Шел какой-то день, какого-то месяца. Мы готовы? Эйтерга кирек, Уфа тамашасы. Просто огонь. Я горю, как огонь. Бицезне Юригене, Юригене. Надо было сразу, я вижу. Юригене. Ну, волнение. Все время в туалет охота. А так все отлично. Как всегда, без азер. Короче, сейчас пивец будет. Разорвем сейчас. Ой, разорвем. Гелектик. А че так? Тоже я ротаман. Очень сильный я ротаман. Серега. Серега, как надо делать? Вот так надо делать. Все, ребят, начинаем? Все, давай, удачи всем. Ирсия Бедрдинова. Без башлы вас. Сколько концертов всего отработали вот с этой программы? 100 точно есть, Инде. 100, может, больше даже. Ну, где-то примерно 22-25 концертов в месяц Алашкер. Очень много. В феврале, что ли, или в марте с ребятами, ну, тоже знакомые приехали, тоже команда, артисты.
Вот у нас, ой, там 70-й концерт. Наши такие. Что 70? У нас 165-й там, что ли, уже. Такие вот дела. Берябис, чапибис, короче, полный. Концерты, ола берса. Билетлар житмеде, он күн теге сатылы бітті, Аллаға шүкір. Но житмеген кишлер, га, ола берса, вот 14-15-16 майда. Күтіп қалабыз басында. Келегіз. Нас поймали, нас поймали. Все, работаем, ребята, работаем. Истина. Но не помогает. Дай попробуй сейчас. Ты что-нибудь другое попробуй. Мне кажется, тебе чуть-чуть другой рецепт нужен. Моргните, если нас тут держит залог. Этим шешке чине, окшасы бітті. Ну то шейк постоянно было. Гравировка была. И сияр ет язды. Сашуны кызык жаға ұфа, сіз кәрі оны бір ұрында қалдырасыз. Міне, шулы бұсларған, шулы байларған и шулы ұрындарда. Впервые участвую на концерте Евсеи Бадрутдиновой совместно с дуэтом. Это просто непередаваемые эмоции, это непередаваемая энергетика Евсеи, зрители. Это вот такая взаимосвязь. Это вообще нечто. Вот эта программа, которая на сегодняшний день есть, это самая крутая, самая мега крутая программа башкирско-татарской эстрады, я считаю. Мы над ней работали месяцами, упорно трудились, мы дорабатывали каждую мелочь, каждая секунда проработана до мельчайших деталей. Это вообще топ. Если я всегда хочу, чтобы у тебя всегда все было на высшем уровне. Кто не работает, тот ест. Бірінші отделение бітті. Біз қазір ошамыз. Ола бізе. Ошара келе. Ошамыша болмай. Дүреге. Сен де ошағаны түрмейінде, пожалуйста. Біттенесі ашиды бітінді мен. Ужынайым. Аллах шүкір. Аллах бакбар. О! Или это? Все-таки это. Вот же.
Кичене юригене яраттым. Юри сиңа күзләр кысып мен үземә караттым. Сине эзлеп сөйгәннәргә юригене үшитеп. Юри сине яраттым да хәзер булмый һич китеп. Юригене дия дия башлар буталып бетте. Юри, язам сиңа хатлар, матур сүзләр тезәмен. Мин бит Юри сөйәм дип үзәгеңне өзәмен. Ышанып та куярсың син утырсаң мине тыңлап. Юри генә әйтә мин дә яратам сине шынлап. Юри генә дия дия башлар буталып бетте. Сизми калдым Юри дип күпме гомерләр үтте. Юри генә яратам мин Юри генә сөйләшәм. Концерт бетті, но мы можем еще сделать вот сейчас. Да, бүгін бірінші мәрте қорадым Елсишының концертін Уфабызда, шулай тұру келді. Гады тамашашы боларак, просто бомбический выкладка на 100%. Өзі де, команда да. Сәхнәдә бөтен нәрсә өчен народ. Ну, в общем, Елисеевдә шулай булырга тиеш. Уңышлар, еще да үргә лабиса, мин в восторге. Вообще, бомбический концерт булды просто. Күңелләр толып даже кайтып барабыз хәзер. Бетте. Бишенче концерт бетте, шуның белән Уфа тагын биш концерт ала бирсә. Сез бик затлы, бик образцовый рәхәт тамашачыларсыз. Прям люблю, не могу. Тут артисты переодеваются, что вы делаете?